И снова о футболе, на этот раз о проекте UEFA Grow. В Украине он реализуется с целью увеличения количества активных игроков разного возраста и пола, а также для изучения потенциальных возможностей для развития клубной системы любительского и массового футбола. Сейчас к этому пилотному проекту подключились Днепропетровская, Ивано-Франковская и Киевские области. А далее положительная информация об игре словутических футболисток. Команда девушек КДУ США «Рим» города Славутич, тренер Панченко и Микшун стали бронзовыми призерами открытого чемпионата Киевской области по футзалу среди команд девушек 2010-2011 годов рождения в рамках проекта UEFA Grow, который проходил в Киеве. Лучшим игроком команды была названа Федосенко Милана. А команда девушек КДУ США «Олим» 2008-2009 года из Славутича победили в открытом чемпионате Киевской области, также в рамках проекта UEFA Grow. Стоит поздравить и тренера нашей команды Владимира Панченко, и, безусловно, команду юных славутчанок, которые стали лучшими Киевской области в своем возрасте.